пари матч және про хоккей лигасы жеңіске қуатталған. Уважаемые друзья, мы представляем вашему вниманию видеообзор сегодняшнего матча, и сейчас нам показывают моменты опасные у ворот Романа Калмыкова. Здесь прорыв Беляева, бросок, и Калмыков отбивает Потайчук. Хорошая была передача, но не сумели этот момент реализовать. А здесь бросок, Калмыков отбивает. Очень здорово играл голкипер Бибарыса и открывает счет в этом матче Александр Евграфов. 1-0. Александр Евграфов на добивании сыграл, из пятака шайбу отправил точно в ворота. Затем мог Нияз Абдрашитов отличиться, но попадает он в створ. Еще одна возможность была у Потайчука, и также 21 номер в створ ворот не попал. Затем удалось отличиться гостям, но перед этим Роман Калмыков потрудился немало. А вот здесь в меньшинстве Александр Воробьев убегает 1-1 с вратарем и переигрывает элегантно Матвея Ершова. Напомню, что Бибарыс играл в меньшинстве после удаления Олега Холоденина. А по итогам первого периода ничья 1-1, а во втором, в начале второго, реализовали большинство актюбинцы. И шайбу забросил Александр Воронин. Отличную передачу отдавал под кипкой Александр Евграфов, а Александр Воронин ставит эффектную точку в этой комбинации. Ответ Бибарыса очень красивый. Здесь касание переправляет шайбу ворота Дмитрий Михайлов. И это все происходит в большинстве. Бибарыс делает счет ничейным 2-2. Актобе начинает активно осаждать ворота Романа Калмыкова, но голкипер Бибарыса не дрогнул, отметившись несколькими эффектными спасениями, как и Матвей Ершов, который, в частности, после этого броска Волгина отличается своей реакцией. А в третьем периоде долго команды играли без успешного завершения в атаке, однако в концовке третьего периода несколько удалений, и в итоге Бибарыс все-таки чашу весов склоняет на свою сторону. Сначала получает 2 минуты Степан Александров, затем Александр Воронин. В формате 5-3 Бибарыс не сумел отличиться. А вот за 2 минуты до завершения этого периода Евграфов оставляет свою команду в меньшинстве, и шайбу забрасывает Михаил Беньков, защитник Бибарыса, броском от синей линии. Делает счет 2-3 в пользу Бибарыса, и, как оказалось чуть позднее, эта шайба оказалась победной. Бибарыс вырывает победу на последней минуте этого упорного матча. Таким образом, статистика сегодняшней встречи по броскам: преимущество Бибарыса — 36 у гостей, 32 броска у Актобе. А по выигранным брасываниям хозяева превзошли — 35 против 30. Реализация большинства здесь ничья 2-2. Один раз Бибарыс отличился в меньшинстве. И равное количество штрафных минут — 12 против 12.